immer habe ich auch hier versucht, auf dem Wege friedlicher Revision. Мы настойчиво и терпеливо пытались договориться с ведущими странами НАТО. Es ist eine Lüge, wenn in anderen Welt aufzugehen, dass wir alle unsere Revisionen nur versuchen, unter Druck auszusetzen. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силу. Sie kennen die endlosen Versuche, die ich machte, zu einer friedlichen Klärung, zu einer Verständigung über das Problem Österreich, später über das Problem Griechenland, Böhmen und Mähren. Es war alles vergeblich. Бесконечно долгих 8 лет мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными, политическими средствами. Все напрасно. В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Данцик war und ist eine deutsche Stadt, Korridor war und ist deutsch. Украина для нас – это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Особо хочу подчеркнуть, вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает.